Гудочек. Так. Юлиус. Как вам матч? Первый, по-моему, за полгода, да, если не ошибаюсь? Ну да, в КХЛ, да. Сыграл там чуть-чуть, да, в предсезонке, но травма получилась, полгода не играл. Но, как не играл месяц, но КХЛ полгода, да. В начале первого периода там, я думаю, наша команда очень хорошо играла, там много бросков не было от автомобилиста. Потом второй период они начали большинством, много бросков, и я думаю, автомобилист лучше был во втором периоде, но мы забили гол, и потом уже третий период, я думаю, все в команде играли на 110%. Процентов, и я думаю, так надо продолжать. Концовка все равно была очень тяжелая. Ну, это каждый матч. Такой результат 1-0 у них предвзято очень-очень хорошая. Всегда как сбрасывание в нашей зоне было, всегда там Паша Дацук был на сбрасывание, и я думаю, он 90% сбрасывания играл, и всегда автомобилист начал играть за шайбу в нашей зоне. Это был очень тяжелый момент для нашей команды. Вы кого больше опасались, Дацука или Доуса? Я всегда реагирую на шайбу, где они бросают, или Дейвз, или Дацук, или не знаю, Трямки. Мне это как без разницы для меня, как вратаря, но всегда там, да, я вижу, когда Дейвз бросает или Дацук. Хорошо, как мы сыграли как команда на нол сегодня. Понятно, что Сухарь – это высшая оценка для вратаря. Как оцените свое состояние вот сами по этой шкале? Ни одного опасного момента. Как бы сказал правильно по-русски. Я очень хотел как помочь команде. Знаете, мы много игр пропускали, очка, Минск, Сочи. Таким командам, где надо 2 очка всегда брать. Но месяц не играл, так я думаю, мне все защитники и нападающие помогли так чуть-чуть в игру попасть. И потом уже после этого большинства, в начале второго периода, я уже чувствовался как после 30 игр. Вы когда показываете это Гуда Шоу, ваш фирменный знак, вы придумываете все на ходу, импровизируете или готовите заранее? Вначале не думал ничего, что было там или в Швеции там.
всегда там был как матч для фирмы, который, не знаю, там велосипед или автомобиль или что там было. Но здесь, в «Спартаке» сейчас работает Артем Батраг, и он мне сейчас помогает чуть-чуть, как мне там надо это, как бы сказал, банан или что-то. Он и талисман команды там помогает с Гудашоу. Ну, сегодня банан — это был экспромт или это была домашняя заготовка такая? Вы знали, что будете именно это я делать? Я никогда не знал этой бананы здесь между периодами. Сейчас, когда я не играл и там смотрел на игры с ложи, там я видел это как бананы между периодами. Там сейчас пред игрой написал талисман, можно это взять? Он: да, давай пойдем на бананах. Хорошо получалось. Раньше пробовали так скакать? У меня каньки, это лучше как у талисман. Может, Турция на бананах катается? Где был? Как по-русски правильно? Египет? Да, Египет. Да, там попробовал, но здесь получше был на льду. Друзья, нам надо заканчивать. Спасибо. С победой. Что получалось, что не получалось, но самое главное, что проявили характер, самоотверженность. Я думаю, что наша команда при этих качествах может что-то сделать. Значит, есть у нас проблемы с составом, с глубиной и с травмированными игроками. Хорошо, что ребята сегодня помогли Гуди. Он выиграл первый матч. Естественно, психологически и давно не играл. Не знаю, как сколько. Все на себя приняли этих шайб. Мы рады, что мы сегодня взяли два очка.